Вот еще одна моя любовь, Василиса Соколова. Я ее последний раз встречал в другой совсем стране, в Финляндии. Она участвовала в конкурсе «Сибелиуса», где я был членом жюри. Вот это такое шестилетнее такое чудо. Вот. И это чудо сейчас вам сыграет не что иное, как мартовский хоровод. Да, тот самый румынский мартовский хоровод. Правда, это будет обработка особая, но это, в принципе, знаменитейшая румынская мелодия, которую очень любят играть скрипачи всего мира. Итак, Василиса Соколова, 6 лет, Москва. Ну, скажите, как можно не любить такого лауреата, а? Международного конкурса?